Всем привет! Сегодня у нас суббота, и по традиции каждую субботу у нас будут транспондерные новости. Новостей не так уж много, но они есть. Первая новость — это спутник Экспресс М8 14 градусов западной долготы. Появился канал 24, Беларусь 24 HD, появился на частоте 11638H, скорость потока 31.20. Канал идет открыто. И на спутнике Астра 5 градус восточной долготы появился канал Дождь HD на частоте 12380H, скорость потока 27500. Формат канала HD, MP4, канал идет открыто. Вот такие новости на этот момент. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч через неделю.